Необычный подозреваемый. Так. Кто тут у нас? Нарушитель, сэр! Как зовут? Уэйн Джонсон! Отвечай на вопрос, Бонза! Как ты назвал меня? Меня зовут Бонза! Он заговорил, сэр! Откуда такое имя? С Украины! Так ты оттуда? С Украины? Нет, я из Нью-Сабл. Что-то ты не похож на европейца. Я европеец. Да ладно, парниша. Ты так решил, сделав утренний макияж? Я всегда делаю макияж перед работой. Это, наверное, для придания пикантности. Кстати, классная прическа. Что? Да, и носик, наверное, используешь в работе. Вы хоть догадываетесь, чем я занимаюсь? Мы даже знаем, чем ты занимаешься. Да! И знаем, что ты делаешь. И что же я делаю? Сгораю от интереса. Выглядит как проститутка. Я веселю детишек. Детишек? Да! Показываю деткам фокусы. Ты больной выблядок. Ты обыскал его? Нет. А почему нет? У него отпугивающее лицо. Проверь у него карман. Эй, у меня есть права. Я даже понятия не имею, в чем вы меня обвиняете. Да, кажется, управся. Карманы. Хорошо. Черт, ну-ка к стене, парниша. Обыщи его. Он чист, сэр. Упал на стул. Ты пиджак проверил? А это чё? Это для детей. Гандоны? Ты больной долбоёб. Это шарики, чтобы делать зверей. А, блять, он ещё и зоофил. И каких животных? Свиньи, ослы, жирафы. Да разные, в общем. И это для детей? Да, им нравится. А что делает родитель, пока это происходит? Ну, как обычно, фотографируют, снимают в видео. Вы не в курсе? Бог ты мой. Откуда это лезет? Это магия. Что у него еще там? Что ты планировал делать с этим? Это новая свечка. Пиздишь? Нет, сейчас докажу. Расслабьтесь. Да, расслабьтесь. Она не разнесет ваш офис. А затуши ее, или ты труп. Вылазь, Джонсон. Ребята, вы что, совсем придурки? Это кто придурок, дружище? Ты сам себя видал в зеркало? Джонсон, вспомни свои тренировки. Простите, сэр. Я могу идти? Ты никуда не идешь, друг. Пока не докажешь. Хорошо, я могу доказать. Что? Вы можете пройти на тренировку без билета. Так и думал, ты под крэком. Вот раскололся, Джонсон. Впечатляющий, сэр. Очень. Итак, выпишу вам штраф в размере $190, мистер Бонзо. Какой ваш адрес? 27-й дом по улице Счастья. Западный Селт Милтонвилл Хэмингтон. Почтовый индекс? 30158.
Пять цифр. Это же Нью-Сабу, новый район. Ах да, действительно. Выведи отсюда этого клоуна. Дорогу до метро вы знаете. Удачного дня. Вести еще одного? Кто на этот раз? Гражданская женщина с непробиваемой защитой, скажу я вам. Так, так, так. И кто тут у нас? Фильм озвучен в 2014 году. Роли озвучивали Дмитрий Фишер, Александра Волкова, Дмитрий Сорин. Конец фильма! До новых встреч!